Короче, ребят, сегодня вообще уникальный экземпляр мне в руки попался. Смотрите, это у нас, как вы видите, iPhone 10R. По размеру пока... Ну, вот так это выглядит, наверное, как восьмерка еще, но... Нет, это iPhone 10R по SIM-лотку, понятно становится. И, собственно, по самому стеклу понятно. И вы можете спросить: Денис, какого черта, что это такое? Я сам удивился, когда увидел тут у пацанов на полочке, он лежит. Это суть, короче, какая? Материнская плата, батарейка, то есть, собственно, весь корпус в сборе со всеми потрохами, кроме верхней части. В верхней части, по-моему, там... Что расположено, камера? Или... Там динамик и... Короче... Но он здесь... на дисплей подкидывает, да? Да, на экран. То есть вот кроме верхней части здесь присутствует все под стекляшкой. И, собственно, сама есть стекляшка экрана. Но нету матрицы. И что это такое? Это, короче, донор iPhone 10R. Само тело, да, со всеми потрохами его. И стекло как запчасть для переклеивания дисплея разбитого. А вот именно самой матрицы нету. И выглядит это, ну, прикольно. Это вот, знаете, как... Huawei или Xiaomi, они делали какой-то свой смартфон, где у них задняя крышка стеклянная. То есть вот как, если бы это выглядело на айфоне, это выглядело бы вот так. Мне кажется, прикольно. И, ну, естественно, это стекло, оно просто здесь на защелках стоит, на рамочках. Оно даже не закручено. То есть оно поднимается и уже дальше делается.